В городе Кумертау в поселке Заря по адресу Октябрьская, 49, случился пожар в жилом доме. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны 25 сентября в 20 часов 45 минут вечера. К моменту прибытия подразделений пожарной охраны вовсю огнем, значит, был занят строение бани, и огонь переходил на строение жилого дома. В результате пожара из огня было эвакуировано 2 человека. Далее они были переданы скорой помощи для оказания медицинской помощи. Пострадавшими оказалась пожилая семейная пара. Погибших нет. Однако мужчина, находящийся в момент происшествия в доме, получил ожог плеча первой степени. Состояние оценивается как удовлетворительное. По словам супруга, возгорание произошло неожиданно. Потом смотрю, дым пахнет дымом. Дверь открыл, там стена горит. Я 2 ведра брызнул, вроде затух. Я успокоился, домой зашел. А потом, думаю, что-то душа вроде болит. Открыл дверь, а там вспухнул. Я потом потом пожарный вызвал. По предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Изначально при монтаже печи было допущено нарушение требований пожарной безопасности, которые впоследствии уже привели к возникновению пожара. Огонь полностью уничтожил строение, частично повреждено имущество хозяев. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».